Очень часто слышу вопрос, стрёмно ли работать таксистом? Или люди в комментариях, в личных сообщениях пишут, ты таксист, такси это дно, ты лузер, ты ничего не добился, ты... И дальше матные слова. Что я могу сказать по этому поводу тем людям, которые, во-первых, это пишут, а во-вторых, тем людям, которые боятся там по каким-то своим личным соображениям, видать, думая о том, что такси – это социальная лестница вниз, не идут работать в такси, ну, так скажем, сидят без работы. Вот что я скажу по этому поводу. Есть два момента. Первый. Никто не... из тех, кто пишут всякий негатив, никто даже не думает о том, что человек, работающий таксистом, в принципе, может любить эту работу, да, ему нравится водить автомобиль, ездить по городу, общаться с людьми и так далее. То есть он просто может любить работу таксистом. И второй момент, который, скажем так, который более очевиден, да, такси – это занятость, которая может стать просто одной из ступенек в твоем развитии. Для многих такси это какая-то тихая гавань, какая-то зона комфорта, временное прибежище. Если у тебя амбиции президента Российской Федерации, то нет ничего зазорного в тот момент, когда у тебя нет денег на жизнь, пойти работать в такси, но не оставить свою мечту стать президентом и в итоге двигаться к ней, учиться заочно, там, я не знаю, выбираться в депутаты муниципальные, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Главное не останавливаться. То есть, подытоживая, работать в такси не стрёмно, работать вообще в принципе не стрёмно. Стрёмно сидеть дома и говорить жене, что я не могу пойти работать в такси, потому что это стрёмно. Вот это на самом деле реально стрёмно. Я через эту всю историю прошел, и я могу вам сказать, все получилось как нельзя лучше. Такси во мне многое чего воспитало, я уже говорил в предыдущих выпусках, произошла переоценка ценностей, и все стало хорошо. Поэтому не сомневайся, если у тебя есть возможность, ты сидишь без денег, иди работать в такси. Если ты уже работаешь в такси, наплюй на тех, кто пишет и говорит всякую ерунду. Пускай смотрят за собой, за своим социальным положением и за своим кошельком. Ну а парк? А парк, конечно же, такси хайп. Пишите нам, и мы вас подключим. Вся Россия, моментальные выплаты и отличные диспетчера.